Ребята, делаем установку проемов в полу для труб. Здесь вот именно унитаз будет стоять. Лайфхак от папы. Кто-то называет лайфхак, я бы сказал, русская смекалка. Значит, в чем суть? Взяли просто бумажный скотч, наклеили сейчас прям вот сюда на ветрозащиту. И нам уже были сделаны дырки, намеченные на фанере. Мы их уже вырезали лобзиком. Мы сейчас положим фанеру и ровно опустим трубу, заведомо промазав маркером, так вот по краям трубы, поставим ее через фанеру, и она отметит нам место, где надо будет, собственно, резать все это дело. Ну да, это ж твой лайфхак, папа. Ну, видно? Видно. Отлично. Покажу, что мы там наотмечали, как это выглядит. А вы уже для себя поймете, нужно ли вам такое. Ну, то есть вот, маркером отмечено. Вот. Прям очень хорошо видно. Вот такой лайфхак. Пользуйтесь. Положили плиту, примерили, что у нас все получилось. Мы попали точно, трубы на своих местах. Теперь можно снимать плиту и утеплять пол капитально. А потом, когда все утеплится, заложится пароизоляционная пленка, поставится плита обратно на свое место, фанера в смысле, и мы уже нормальной трубой, которой мы будем пользоваться, выдавим вот этот наш трафаретик. Хотел вам показать, как я буду утеплять именно трубы. Ну вот эта труба у нас, которая в туалете, идет под сам унитаз. Вот я уже отрезал кусок ваты шириной 37,5 сантиметров, потому что здесь у меня расстояние от лаги до лаги 36,5. Теперь я замерю, значит, до центра трубы, ну, приблизительно получается, если мы туда закладываем, да, вату, оттуда получается у нас 35. Вот они, 35, и теперь я приблизительно, опять же, то есть у нас это пойдет с этой стороны кусок. Выберу вот так вот треугольник. И закладываю. Сделаю тоже небольшой нахлёстик, так визуально, там 0,5 сантиметров где-то. Чтобы плотненько все было. Делаю надрез треугольничка. Ну и здесь у меня образовалась такая небольшая дырочка. Я сейчас просто ставлю туда кусок утеплителя. И, соответственно, так же самое. Следующий лист, который у меня уже пойдет в перехлёст этому. То есть я какой-то кусок заложу, наверное, до вот этой части. А здесь я вымерю кусок. И уже будет распиливаться так, также вырезаю треугольничек и укладываю. Ну и все.
Хочу вам показать еще один вариант, как можно устанавливать утеплитель вокруг трубы. То есть здесь у меня получилось такое место, что трубка стоит довольно-таки близко к лаге. То есть здесь, конечно, можно такими узкими кусочками закладывать, но довольно-таки геморройно и неудобно. Поэтому я подумал, что я сейчас, вот я сейчас прямо вымерю центр отсюда 8 сантиметров. Вот крестик помечен, где трубка. И здесь получается 5 сантиметров с этой стороны. Я трубку аккуратно вытаскиваю. Положу ее с рядышком. Уже заведомо отрезал нужный кусок утеплителя. Я его укладываю аккуратно. Возьму рулеткой, отобью, где была пятерочка. Так, приблизительно. Не суть важно. Здесь у нас было 8. Где-то здесь получается это центр. Мы сейчас аккуратно будем прорезать утеплитель в этом месте. Вот я дошел до фанерки. Сейчас мы найдем само отверстие. Здесь не можно вытащить. Чуть-чуть я промазал. Буквально там, не знаю, миллиметра 3-4. Вот я попал. В итоге все плотненько, все хорошо. Вот такой результат получился в туалете утепления. Трубы. Все выглядит довольно-таки хорошо.